перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Сегодня мы будем кушать. Будем кушать яичницу в прямом эфире. Кайфово, великолепно. Задавайте ваши ответы. Уебался об эту хуйню. Яишенка. Большой совет, чтобы не заболеть сальмонеллезом, обязательно переверните на долю секунды на ту сторону. На вторую, да, чтобы белочек прожарился. Соболев нахуй идет. Дикей Драмаста тоже. Нахуй идет Дикей Драмаста. Да, мы сегодня едим. Так, друзья. ЧСВК, ну, наверное, заслужил. Альбом пишу, друзья, альбом пишу, пишу. Много песен написал. Будет альбом клевый однажды. Уже скоро будет понятно, когда. Как жарить ее? Да просто, на сливочном масле. Мне вот бабушка всегда на сливочном масле, на чугунной сковороде жарила. К сожалению, сейчас чугунной сковороды уже... Ну, можно купить, конечно. Знаете, да, вот это, Нева металл посуда, вот это все. Вот. Но все-таки вот есть нового уровня уже сковородочки. Сейчас как-то одной рукой надо будет колбаску порезать. Сырники, ну, наверное, как-нибудь будут, но я же жарил их уже. Сливочное масло, да, оно когда-то нам было недоступно, но сейчас мы его едим. На маятник Фуко нас не приглашали, скажем так, на новый. Мы хотим кушать. Сковородки чистые, кстати, да. Всем привет, и Клин, Егорка Соловьев. Режем колбасу, придерживаем телефоном. Соболев, слава КПСС, зашквар, конечно, пиздец. Зашквар, пацаны, пиздец. Ну, что поделать. Хочешь жить, умей крутиться. Такая хуйня. Спасибо большое. Колбаску за всех вас, кусочек. Джарахов. Гениальный человек, он может быть и тем, и другим одновременно. И тем, и другим. Слушай, европейки нормально, а что там? Что там? Что там не видели, скажем так? Душа-то, душенька. В России, но что могу сказать, что в России нашей родной еда плохая, только если не мной приготовлена. О, ты еблан, ну заебись. Не, нахуй дис челлендж. Да, Слава, да. 4-го. Будем кушать. Категорически приветствую, да. Табуретки или стулья? Стулья. Казачок, не на это. Не отмазывайся, ты уже зашкварился. Батвит только по трухе.
по нетрухе не будем базать. Спасибо, друзья. Всех целую. Когда новый мерч. Когда старый купишь. Спасибо, друзья. Спасибо. Едим яишенку. Едим яишенку. Что нам поделать, если у нас яишенка упала, блядь. Артему Варабу. Большие приветы. Человек уже не ест 5-е сутки. Так бывает. Друзья, обязательно ешьте, все нормально. Исполнитель девушка. Лена Раш. И антихайп Кахан Замай. Я вагабун, как Димашок. Федя нет, плохо ест. Плоховато идет еда у него. Кофту спиздил ОСД, ОСД, ОСД. Антихавка. Чё нового? Да хуй знает. Жизнь. Новая жизнь. Новая жизнь, новые треки, новые клипы. Так Федя брюкву ест. Ты думаешь, что его так расхуярило? Брюкву ест каждый день, закусывает пшеном. Любимый релиз Овсянкина – «Листва в пустом бассейне». Вот и Федя появился, брюкву поел, сразу пришел. Илья Плавник, Букер, Кофин Селлер. Новые зубы, да. Новые зубы, как у Джубили. Друзья, за Федьку Букера. Колбаску. Колбаску. За прекрасного Ванюшу Фалли Неймси. Вот целую штуку засуну в себя. Дай брюкву. Брюкву в холодильнике возьми. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, друзья. Я не потолстел, да? Хотя, может, и потолстел. Телеграм нахуй. Нахуй Телеграм, побыстрее бы заблокировали, чтобы все русские люди уже сидели только в ICQ, как раньше. За затылком. Не, не получится, братишка. Я понял, о чем ты, но не получится. В Литву. Ну, не знаю. Мы были в Латвии. В Латвии, друзья. До Литвы недалеко. Квип. Квип 2005. Нормальная тема. У меня была Аська, короче, самая первая, пятизначная. То есть именно я ее зарегал, когда она, блядь, только начинала существовать. Я охуел. Нет, нос не ломали. Я кушаю, конечно, за... Братишка из Астрахани, у меня есть мечта. У меня есть мечта. Я хочу побывать в Астрахани. Отвечаю. Я даже смотрел билеты туда. Блять, ну на поезде долго туда ебашить, на самолете надо лететь. Вот, в Астрахань хочу пиздец дико. Не знаю почему, в Астрахани. Бомба, в Астрахань приеду, но никто не будет об этом знать. Вот, посмотрю все, я не знаю, 3 улицы, наверное, которые есть. В Астрахани прекрасно. 4. Церковь, райадминистрацию.
И что там еще есть? Рынок. Ну вот, но это не важно. Астрахань бомба. Хоть я там никогда и не был. В Астрахани привлекает, ну вот вообще, ну, буквально все, начиная с названия, заканчивая названием. Драга Муфаса. Ну, нормально, нормально. Интертеймент. Ричард Третий в этом году. Мы были, братишка, во Владивостоке. Чаек или кофе? С утра кофе, по-любому. Эспрессо. Ристретто. Дабл ристретто. Просто понимаешь, что это яд в чистом виде. Обладает мерч, лучший мерч в мире. Мерч. Мне нужен этот футболк. Буду батлиться. Барнаул. Так были же мы в Барнауле. Молодой трилпил. Сейчас посмотрим. Ем ишенку. Давайте, друзья, посмотреть, кто хочет прямой эфир. Кто хочет? Не Иван хочет прямой эфир. Нет. Так, давайте, кто в прямой эфир? Блядь, никого не понятно. Давай посмотрим. Рэперы из Астрахани, самые лучшие, как и название этого города. Здорово, как дела, братан? То тебе было слышно, то теперь не слышно. Ну давай, врубай звучок. Навали баса. Ну ладно, все просто и так видят, что ты красивый, как бы. Нахуй тебе нужен звук. Блять, ну был же звук, братишка, куда ты его делал? Давайте еще. Кто хочет трансу? Кто хочет трансу? Давайте пообщаемся. О, братишка наш. Сейчас посмотрим. Это хуёвый плохой злой. Звук помер. Здорово! Здорово! Чё, как дела, замай, брат? Нормально все, ишенку скушал. Как думаешь, заебись вообще? Я на работе, смотри, в кофейне. А, и там как будто алкогольные бутылки. Это сиропы, брат. А, нихуя. Этот, кадеиновый, надеюсь? Блять, на амфетамине. А, ну нормальная тема. Чё, когда в Воронеж, нахуй? Так, блядь, мы каждый день ездим в Воронеж, ты где был? А так, это, знаешь, чё? Чё? У меня у сестры парень, у этого парня, сестра, девушка этого, Джиглипупа, блядь. А, нихуя, видишь? Я говорю, мы говорим, короче, все, Джигли, всё, Джигли, переезжай в Воронеж, это твоя судьба. Ясен. Он говорит, нет, не хочу в Воронеж. Я говорю, да, на левый берег Воронеж, заебись. Ясен хуй, заебись, блядь. Машмед, нахуй. Машмед, вообще бомба. Топовые пацаны, только там живут. Недавно там голову там нашел. Отрубленную, нахуй, под мостом. Да? Ну, конечно, хули, как без этого? Бывает, да? Было бы странно, если бы ее там не нашли. В натуре. Ну, давай, блядь, мы вас ждем. Че там, да? Блядь? Давай, как... Давай, респект, Машмед, Воронеж, вообще любимый город. Да, наш концертный директор, Стас, он из Воронежа. Блядь, ну охуенно, а где он живет? Он живет, блядь, я не знаю, адрес, я еще не так сильно разбираюсь в Воронеже, вот, как Миша Джиглипуф. Вишневская Настя, это его девушка, да? Нет, это Джиглипуфа девушка.
Короче, Настя, она сейчас смотрит. Дима Любимов – это парень моей сестры, нахуй. О, пиздец, все, мы Воронеж. Я скорее сам же в Воронеж перееду, хули. О, ебать, охуенный город. Да, вот кофе с собой. Давай прорекламируй, братан, какой адрес? Брат, Шишкова, 144. Все, суки, кто не придет туда, не выпьет нормального кадыинового кофе, тот вообще не может называть себя воронежцем. А еще хочешь, приколю тебя, замай, братишка. Давай, давай. Короче, у меня, блядь, мы сначала хотели назвать кофе, нахуй, кофе антихайп. Мы даже подписали, нахуй. Ага. Я вообще рофлил, пиздец, смотри, сейчас чекнешь. Ну-ка. Во, смотри, короче, блядь. Во. Кофе антихайп, нахуй. Вот заебись, наши пацаны. Да ебать, ваш директор, нахуй, или кто у вас, чё у вас там за пидор сидит, блядь, не ответил нам, нахуй. Не ответил. Да, конечно, ты прикинь, все с Воронежа пишут, охуеть, не получается всем отвечать. Ну, бля, охуёво. Ладно, давай, брат. Давай, братишка, респект тебе, удачи, Воронеж, это любовь просто, сердечко. Да, это нахуй сердце, блядь, навсегда. Навсегда, Миша Джиглипуф, мэр Воронежа. Друзья, вот так вот, просто ворвались в Воронеж, вообще нахуй, давайте, друзья, кто, давайте, кто хочет еще быть клевым? Казачок, ебучий казачок, сейчас, блядь, президент Украины, казачок, его посадят после этой трансляции, ну ладно, посмотрим сейчас, казачковая жизнь наступает. О, казачок, президент Украины. Всем привет, воронежники. Что ты? Где Миша? Показывай Мишу. Без питания. 5 секунд. Сейчас будет Миша. Будет Миша, лучший друг короля Украины, казачка. Друзья, ну... И котлета, нахуй. Хуёво с интернетом, я всё понимаю, а может, у меня тут. Чё ты там, казинаки кушаешь, казачок? Ты скоро как Букер в дверь не будешь пролазить. Ты знаешь, что Букер в дверь боком входит? Блять, звук пропал, до Украины звук не доходит. Цените себе казачка, у него самый топовый. Вообще, Слава спиздил с казачка. Вот этот весь дискотечный транс. Все с казачка спизжено. Казачок не может на это ничего ответить, но я думаю, его ответ положительный. Мишу показывай. Интернет говно. Электроказачок. Все, казачку пизда наступила. Конечно. Давайте, друзья, пообщаемся. Гительман бомба вообще. Красавчик Гительман. Давайте, друзья, кто еще? Какие города? Давайте только из Астрахани. Кто есть из Астрахани, пацаны? Астраханцы, влетайте в эфир просто по бомбе. Ну что, кто? Вот тут что-то непонятно кто. Может быть из Астрахани, а может быть из какого-то другого города. Чё темно? Показывай лицо. Ёбаный интернет. Почему интернет говно? Вот у меня всегда с этим интернетом хуёвые дела. В Липецк. Приедем мы в Липецк. Везде приедем.
Ну чего, друзья? С кем? Кто работает? Бля, замай. Давай вот этот. Город Баку, столица Азербайджана. Сейчас подключаемся, уже подключились. Замай, еще раз привет. Второй раз я тебя не слышу. Здравствуйте, дядь Замай. Здрасте. Как дела, братишка? Хорошо у меня, у вас-то как? Ничего, чаек пью. Блин, я в то не отказал. Раз говорил, что вас не было слышно, ну... О, все, извините. Просто мне друг написал, типа, и вы меня не слышали, я вас. Так вот, я рассказывал, что я вот альбом ваш слушал из замка в замок, и реально мне каждая песня зашла, вот каждая. И сейчас я смотрел клип новый, имя, блядь, такой охуенный. На самом деле, не знаю, к чему хейт в вашу сторону, блядь, такую музыку ебашите, красиво. Спасибо, братишка. Братик, сейчас, где майка антихайпа-то? Майку антихайпа сразу надо предъявлять, что не вру, да? Майки нет. Но. Майка в стирке, скорее всего. Вашу в антихайп 16-го года. О, нихуя, красиво. Даже у меня такой кепки нету, прикинь, круто. Да. То есть я вот за антихайп прям топил. У меня в школке никто антихайп так и не позиционировал громко, как я. Везде говорил, блядь, музыка реально охуенная. Просто музыка респект. Для мудаков, не забывай. Ну да, есть такое. Че, антихайп-то еще жив-то? Говорили, что декабря будет, а уже и живет он. Да, вот так вот бывает, знаешь, что никак не может закончиться. Бля, есть такое. Че, как вы выживаете там? В СПБ же сидите? Да, сижу из СПБ, вот у меня из окошка. Хочешь, я тебе вид покажу из окошка? Ну, я свой вид покажу, бля. Давай, смотри, какой у меня вид из окна. Просто ебаная гетто. Санкт-Петербург это сейчас. Гетто. Тут идет дождь. Там, смотри, видишь, короче, вот этот лес. Да. Это, короче, кладбище. На нем похоронен горшок и Цой. Бля. Я так вот смотрю на кладбище, где горшок и Цой, и просто душа радуется. У нас просто пидоры отъехали уже. Нормально, вот нормально. Там... Ты из какого города? Вот там вот просто меня палками пиздили. Короче, у нас в Сургуте как? В Сургуте живу. У нас антихайп вообще мало кто за вас тупит, и концертов тоже мало кто просит. Так вот, меня один раз хотели за мерч ваш отпиздить, короче, прям под моим окном. Вот здесь вот, блядь. Я, короче, бежал в пизду вот туда и туда вот. Блядь, короче, пиздец, тут жить реально невозможно. У нас всякая ауе-культура тут развита просто без меня. Ну, надо переезжать, ну, да, братан, почему? Куда-то в другой город. Ну, типа, просто дальше уже двигаться куда-то. Стараюсь, да? Книжки вот читаю всякие умные. Канта, например. Толстого, блядь. Русский учу. Правильно. Про портфельные инвестиции еще почитай. Нормальная тема. Бля, вообще руки не доходят до чтива нормального. У нас тут ничего даже не продают такого. То есть магазинов с книжками мало. Да можно в инетишке же просто читать. Ну, блядь, знаешь, приятней бумагу держать. Не, ну, слушай, это тоже, конечно, приятно, но если информация есть и ее нет в другом виде, то это не важно вообще. Бля. Если она не знает. А ты из Бишкека в Питер нормально так переехал? Сразу же уже все устроилось у тебя? Просто я там видео смотрел с интервьюшками, там ты фотографом был. А вот у тебя образование инженерное есть. Как тебе вообще пригодилось? Ну нет, кстати, я не работал по образованию, потому что я должен на заводе работать по своему образованию инженером. Но что-то как-то рэперы на завод, походу, не попадают. Бля, я, короче... Тоже решил музычкой заняться, на самом деле. Ну, такой фриковой и всякой хуйне, знаешь, детской пою. Ну, такая, блядь, хуйня. В узких кругах известен, там человек 10-15. О, ну слушай, заебись, это true, настоящий underground. То есть, да, я тоже хотел себя позиционировать как антихайп. Даже, ну, конечно. Ты даже больше, чем ты, авангард. Да, сопротивленец, один против всех, один против всего города сражаешься. А вот бородку как ты растишь? Просто вот у меня вот такая вот хуевина растет.
Да хуй, кто подожди, само все вырастет. Че это время будет, само все прирастет. Потом будешь думать, ну нахуй, чтобы ничего не росло. Бля. Так, ну что? Ладно, наверное. Я давай, братан, все спасибо. Давай, привет, братик. Будь все осторожен. Люблю. Давай. С Питера привет. Okay. Славке привет, Букеру. Yo. Русику, гитарист. Русь. Да. Вот так вот. Вот так, друзья, нормально у нас сегодня вечер. Вечер антихайпа, я бы так это назвал. Вечер антихайпа. Эй, не ругайся, нормальный пацан, молодой, скоро ёбнет всех. Обладает тоже однажды, знаешь, какой был тоже. Простой, обычный. Я с Астрахани. Ну-ка. Давайте посмотрим, кто там. Триппи Суисайд, ну-ка. О, Коди, братишка. Здорово. Салют, как дела? Ну, я родился в Украине, поэтому херово. Слушай, это наоборот же заебись ты, как родился, знаешь, в постапокалипсисе и выживаешь. Короче, знаешь игру Fallout? Ну да, конечно. Короче, вот у меня местность, если выходишь, короче, на улицу, и все, Fallout 5 делают. То есть приезжает, короче, толпа людей, они делают фотографии, всякие снимки, и по ним потом херачит Fallout 5. Нормально, да? Ага. Это ты из какого города? Чё? Из какого города? Желтые воды. Днепропетровская область, Украина. О, ну нормально, самый такой. Глубинный. Продвинутый. Такие. Продвинутый. Понял, 30к населения. Такой думаешь, а когда эта херня будет развиваться? А она не будет развиваться. Нормально. Типа, бумагов нет. Ей и так по кайфу, понимаешь, они с ней Fallout рисуют. Че развиваться? А, раз по кайфу не развиваться, продолжай, не развивайся. Да, ну вообще бомба. Ну ты не грусти там, че... Тут иногда даже в Питере какой-нибудь выйдешь просто... А как грустить? У Славки альбом вышел, как грустить? Вот, нельзя надо танцевать, да, все правильно. Да. Ну, сидишь у тебя, короче, на алгебре, а у тебя чели включил... Какого страх называется? Слава, я забыл. Там, где еще на инструментале такие духовые, типа, мотивы идут. Mm. Первый класс, типа, заценил. А первый класс это факт рэп был? Да. Короче, мы сидим на алгебре, у меня челик на задней парте под трек на колонке JBL скручивает травку в пакетик. Вот, и нормально. Вот, его, правда, потом отправили к заучу, чуть не выгнали из учебки, но, в принципе, у нас так все и происходит. Ага. Все окей. Слушай, ну нормально, красиво, уже в школе такие движухи. Пожилые парни. Хулиганские. Да, вот мы в школе слушали «Красную плесень» с ребятами. Нормально. А церковь детства слушали? Слушай, нет, тогда церковь детства, я-то пиздец как давно учился в школе, тогда еще не было этой группы. А «Красная плесень»... Я год назад слушал много ее. Ну, нормально, нормально. Я бы, если бы выбирать, конечно, между «Красной плесенью» и «Церковь детства», я бы там, конечно, подумал. Ну, это было смешно, да. Такие дела. А что, ты на вышке сколько учился, получается? В универе? Да. 5 лет. Ага, и, ну, типа как, ну, насколько заканчивал? В плане по оценкам, что там было? О, бля, у меня физика была, это пиздец тяжело, у меня тройки, они ебучие были. Нормально. Но в конце я могу сказать, что на 5-м курсе я был единственный из нашей группы, кто ходил на пары. Прикинь? Я просто жил рядом с универом, и, типа... Я подумал, блядь, если я не приду, тогда напишут заяву на всю группу. Ну его нахуй, типа, я могу прийти, я максимально близко живу. Я приходил, и меня отправляли. Говорю, ну ладно, короче, иди. Не, у меня, короче, у друга круче. У него, значит, он в Красике учится, в Красноярске. Ага. У него лекция по социологии. Из 150 человек пришло 3. О, их не отпустили. Ну, нормально. Они писали конспект на 16 страниц, и только потом их отпустили домой. Типа, угу. Сидите, мы тут отрывайтесь. Нормально. Угу. Вот, на систему образования. Нормально. Ну да, блядь, образование на постсоветском пространстве — это ебаный кал. Это вообще нельзя назвать образованием. Это просто
время отсиживаешь, корочку дают, потом идешь рэпером становишься. Все таки делают, в смысле. У меня, типа, у бати 3 высшего образования, он underground рэпер. Нет, нихера, он просто свалил из страны на заработки. О. Образование. Куда, в Польшу? Да, 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 чувак, да. Ну, откуда с Украины еще? В Польшу едут, близко. Дагестан. Дагестан. Да, в Польшу. Польский Дагестан, короче. Да, насколько я знаю, за рубежом российское образование, ну, типа, диплом, они практически не котируются. Да, конечно, это говно ебаное, нахуй оно кому нужно вообще. Ну, типа, у меня раньше, типа, были огромные, типа, заявы по учебе, и меня это дико бесило. Сейчас, типа, ну, не то, чтобы они прям пропали, но, типа, даже с тем, что я начал лучше учиться, я просто начал относиться на более похеризм к этому всему. Но тебе, знаешь, как будто они так не дают тебе это делать. Они постоянно тебе будут долбить мозги, типа, чувак, у тебя через год ЗНО, и ты просто, сука, обязан сдать его нормально, чтобы поступить, иначе ты сдохнешь. Типа, это что, так и хер знает. Ну, типа, не самое же важное в существовании или жизни. Но да. У них это, видимо, иначе как-то происходит. Главное, да. Чтобы армию не забрали, остальные хуйня все. Фигня. У меня, короче, одноклассник, ну, он, типа, на год старше всех. У него такая проблема с строем, он, типа, карлик. И он год назад ходил в военкомат с другим классом, типа, на проверку здоровья, все такое. И, типа, с его диагнозом его признали годным. О, заебись. Особо важно, он нужен. Ну так, а кто будет ведущим 140 BPM в армии, как бы? Нормально, да. Да слушай, я не удивлюсь, если реально там в армии уже какие-нибудь на культурном часе там в ДК будут организовывать батлы какие-нибудь сраные. Только подбиты. Young Trap на зоне выступает, вообще заебись. Ну так, солдат как бы в Олимпийском на зоне. Да, Олимпийская зона называется. Монстар на бэках. В качестве диджея Lucky Min, как бы. Диджей Lucky Min тоже, блядь, вообще будет разъеб. На биты им делает My Waves, как бы, знаешь, такая... такой антихайп, только немножечко тюремный. Тюремный все антихайп, по-моему. Да, нормально. То есть просто всех рэперов в тюрьму, нахуй. Да. А что, они должны быть свободными? Нет. Да, кстати, это же музыка протеста, сопротивления. Да, тебя первого нужно посадить. Ну, а дальше уже как бы букеры остальных, то есть это да, в порядке. Да. Букер как раз похудеет. Ну, да, куда ему. Ладно, братишка, давай, респект. Держись там. Давай. Вот так вот, друзья. Сейчас у меня телефон уже скоро сядет. Сядет. С кем выйти еще в прямой эфир? Давайте последний. Или давайте нахуй. Мы уже поговорили. Давайте вопросики. Вопросики. 5 вопросиков, если вам интересно. И я пойду на кладбище горшка. Кладбище горшка. Кладбище горшка. Кировка. Дай меня. Я твоя фанатка. Только если голые фанатки. Откуда женская партия веселая? Ну, это сэмпл из там женщины какой-то одной. Ну, типа из песни, кстати, которая на лейбле Джем тоже выпускается. Когда новый альбом? Не знаю, пишу. В этом году будет охуенный альбом, я считаю. В этом году, альбом в этом году. Посоветуй книги. Не знаю, да почитай что-нибудь там по истории. Какой там история, например, как там Германия объединялась из всех своих сраных курфюршеств в одну большую, вот это, да, у них же там или два пути объединения, там, по австрийскому или по прусскому сценарию, там, ну, это вот интересная, как бы, тема. История всегда тем очень интересная, там всегда очень много параллелей можно интересных найти. Не с сегодняшним днем, а вообще просто топ. История недооценена. Богом быть не трудно. Быть просто не трудно. Что я брос, друзья, пиздец. Вот это харя. Ну, я отожрался, наверное. Чевенгур, да, читал. Чевенгур, кстати, ну, как-то так. Ну, Платонов крутой, но... Тяжелая, то есть очень тяжелая.
стендапер первый, Стюарт Ли. Первый в тройку. Три любимых поэта, да в пизду их. Когда следующий эфир? Да хуй знает, не знаю. Эфир. Дела нормально. Клин игнор пидор. Клин игнор пидор. Концерты обязательно будут. О, корифей антилоик. Вот кто должен дис пилить на Дикея Драмасту. Батлы. Не знаю, с кем батлить. Нужны топовые соперники. Конфликт. Астраханских рэперов знаю MC свой из Астрахани. Худи белая по качеству, охуенчик, кстати. Игорян, салют. Изи, диса я люблю. Так, друзья, ну что, ладно. Покупайте мерч, приходите на концерты. Слава КПСС, Москва, Санкт-Петербург. Вы сами знаете, когда уже в мае, мям. 5-6 число. Е-бой, всех люблю.